Нефть. Природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, применяющаяся в промышленности. На самом же деле, это сильнейший наркотик для страны. Разговоры о том, что России надо слезать с нефтяной иглы, ведутся не менее 15 лет. При этом доля доходов бюджета от экспорта нефти с каждым годом только растет, а от промышленности и АПК падает. Цитата Дмитрия Анатольевича Медведева. «Советский Союз подсел когда-то на нефтяную иглу. Это же не мы создали нефтяную экономику. Это Советский Союз сделал». Отговорка, как у проштрафившегося школьника. Созданная в СССР могучая нефтегазодобыча до сих пор кормит Россию. И не вина СССР и коммунистов, что Гайдар с Чубайсом и Медведевым задушили электронику, машиностроение, сельское хозяйство. Сейчас каждая домохозяйка и простой работяга интересуется ценой бочки нефти, потому что именно она определяет, каким будет рубль, какими будут цены в магазинах, какой будет пенсия. Но почему правительству «Единой России» и топ-менеджерам госкорпораций на это наплевать? А потому что они бессовестно присваивают общенациональное достояние. Сколько реально стоит бочка российской нефти? $2 себестоимость добычи, $5 транспортировка к границе, $6 геологоразведка и технологии, $5 операционные расходы. Секретарши премии начальству по 3,8 миллиарда рублей. Итого $18. Сейчас цена 40, а была 140. Почему разница идет не в бюджет, а олигархам? Чтобы понять, насколько зажрались реальные хозяева национального достояния, достаточно взглянуть на доходы топ-менеджеров ведущих российских компаний. Народ в магазинах ищет скидочные товары по акциям, а топ-менеджеры жируют на нефтяную ренту. Нефтяные топ-менеджеры словно коррупционные Робин Гуды. Забирают деньги у бедных и отдают их богатым. То есть себе же. Как избежать потрясений после того, как «Единая Россия» профукала сверхдоходы и проплясала под золотой нефтедолларовый дождь? В программе КПРФ есть ответ на этот вопрос. Немедленная национализация нефтяной и газовой промышленности. Богатство недр должны принадлежать народу, а не двум десяткам кланов и нефтегазовых упырей. КПРФ требует каждому россиянину долю в национальных богатствах страны. Борись за лучшее с КПРФ.